Третья часть фильма «Аватар» выйдет в 2024 году. Ее съемки почти завершены. Джеймс Кэмерон готовит много сюрпризов для зрителей. Вторая часть франшизы, премьера которой состоялась в декабре 2022 года, получила большой успех. Осенью уже начали работу над четвертой частью «Аватара». Возможно, в ней будет сниматься Вин Дизель. Актер давно хотел поработать с Кэмероном, а сняться в знаменитой франшизе режиссера было большой мечтой Вина Дизеля. Внучка Чарли Чаплина Уна будет в числе актеров третьей части. Об этом рассказал продюсер второго фильма Джон Ландау. Актрисе предстоит сыграть отрицательного персонажа. Всем удачи!